أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Дорогие братья и сестры, Всевышний Аллах дал нам все блага, и нам нужно делать шукру не только языком, но и делами, своими поступками. Первый из благ, который Всевышний Аллах нам дал, это время. Потому что Всевышний Аллах очень много мест есть в Коране, которым клянется временем. И из этого понимается, что время является самым ценным для человека после принятия ислама. И, конечно же, в это же время входит ни'мат, который Всевышний Аллах нам дал. Сегодня это месяц Рамазан. Мы знаем, недавно у нас началась пандемия, и тем самым очень много людей покинуло нас, не дожили до месяца Рамазана. А нам Всевышний Аллах сегодня дал такой шанс, такую возможность использовать время и месяц Рамазан. Месяц щедрости, месяц больших возможностей, великих возможностей. И также хочется сказать, что мы живем не в простое время, и на нас идут очень много бед, смут, болезней. И одним из лекарств, который пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, нам указал, чтобы отдалить от себя беды, эти смуты, болезни, является садака. И мы знаем из хадиса посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, что садака является, то есть садака, которая дана в месяц Рамазан, является самым лучшим. И также мы знаем, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, как сахабы его описывают, был подобный бушующему ветру именно в месяц Рамазан и не оставлял возле себя ничего. То есть раздавал все то, что он имел. И немало случаев, когда он приходил домой, не было даже для разговения ничего. Даже финика не находил дома. И из-за этого нам нужно использовать эти блага, которые Всевышний Аллах нас наделил, и созидая, принося пользу не только себе, но и обществу, умме Мухаммада, алейхиссалату вассалям, тратить эти благословенные отрезки времени с пользой. Пусть Всевышний Аллах наделит нас мудростью, не расточать понапрасну те шансы, которые Всевышний Аллах нам дал, и чтобы мы были похожи на посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, действиях и своих поступках. Пусть Всевышний Аллах объединит нас джаннатуль фирдаус под знаменем пророка, алейхиссалату вассалям, как объединил нас сегодня всех вместе. Альхамдулиллахи, раббиль аламин.